Зачем разводов по техническим средствам разведки? Какого подразделения? Разведрота. Разведрота чего? Какого полка? Бригада. А? Бригада. О, бригада, блядь, блядь, смотришь. 74-й. 74-й чего? Бригада. Какая бригада 74-я? Какие вооруженные силы, блядь? Сухопутные войска. Чего? Чего? Какая страна? Россия. Российская Федерация. Откуда родом? Сибирь. Фамилия, имя, отчество? Тошновуничев. Имя, отчество? Антоний Сергеевич. Есть. Адрес? Кемеровская область, город Юрган, Пушкина 12. Когда прибыл на территорию Украины? Сегодня. Когда прибыл на державного кордона, государственной границы? До государственной границы когда прибыли? Когда сюда прибыли, на границу? Сегодня. Эшелоном когда прибыли? На границу. Где ваш пункт постоянной дислокации? Где? 74-я бригада. Да, где? Кузбасс. Кузбасс, да? Населенный. Это город, да? Это область. Населенный пункт какой? Юрган. Как? Юрган. Есть. Значит, 74-й полк механизированный? Ну, да. Какая дивизия? Дивизия какая? Бригада. Бригада. Армия какая? Какой округ? Или округ, блин. Армия, округ. Центральный. Центральный военный округ. Есть. Какую задачу получили? Проверить мост, а какой там, вот это я точно. А остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. А свита какая у тебя? Образование? Образование какое? Техническое. Что оканчивал? Техником. Где? Также в Берлине. Военное образование какое? Никакого. Мобилизированный? Ну, как понять. Ты мобилизированный? Контрактник. Ты контрактник? Когда подписал контракт? В 2006 году. В 2006 году. А с вами замполиты работали? Что объясняли? Что у нас происходит? Почему вы сюда водитесь? Нет. Какой состав подразделения? Что входит в состав 74-го полка? 74-й бригады. Все подразделения. Какие подразделения перечисляй? Пехота в основном. Сколько батальонов? Так, не строй героя, матросы. Три. А сброня? Что на вооружение? В основном БМП. Какие? Вторые. Танки какие? Как, 72-е. Кто командир полка? Бригады? Волшебен. Уймем здесь. Да. Кто еще, какие ты видел еще составы войск, зашли сюда? Зашли. Какие это еще полки или бригады, знаешь, которые зашли сюда? Вот вообще ничего. Где сейчас КП бригады находится? Где ваш командир остался бригады? Так же, как и были. Где? В Ельне стояли. А сейчас где командир ваш? Вы из Белоруссии заходили или из России? Страны Белоруссии. А где командир остался ваш? Командир бригады, где сейчас находится? Ну, был в Ельне. Он сюда не прибывал на учение? Он вас не вел в бой. Вы сами взяли и поехали. Нет, поступил приказ. А кто командир батальона твоего? Жить не отбудет, еще нет вопроса. Почему? А, он, наверное, начинался международным там направлением. Что он может дальше поговорить? Нет.